Авария, которая сейчас произойдет на ваших глазах, унесла жизни двух человек. Молодых родителей. Но двоим их детям потребовалась срочная госпитализация. Посмотрите, это съемка с регистратора автомобиля, в котором едет еще счастливая семья. За рулем мама. Сейчас, входя в поворот, на скорости, не соответствующей дорожным и метеорологическим условиям, она не справится с управлением. Машину занесет и выбросит на встречную полосу прямо под многотонный грузовик. Ох ты. 37-летняя женщина-водитель и ее 41-летний муж погибли на месте. Дети, девочки 6 и 2 лет, доставлены в больницу.